мы сегодня вот посетили Хайбулинский район. Данное место называется Курган-Тамагы. Так, значит, сейчас стоит вопрос, спуститься вниз или нет. Но в детстве, я помню, мы спускались, потому что в селе Галиахметов нету речки. И нам приходилось вот преодолевать расстояние до горы, значит, 3 километра. И спуск. Спуск здесь, значит, очень крутой. И протяженность спуска около 800 метров. Так, вот сейчас, значит, мы спускаемся. То есть спуск, вон там речка. Вот сейчас вот на этом месте купались. Можно, значит, перебраться вот отсюда до этой местности. Но мы, значит, в детстве вброд проходили вот через речку, шли по лесу и вот добирались до этого места и купались. Значит, мы спустились. Данная река носит название Зилаир. Протяженность реки сколько-то километров. Об этом я более подробно потом скажу. Река впадает в реку Сакмару. Рыбак. Друзья, вот сегодня 8 августа. Очень приятно, что 8 августа тут такая вот красивая природа. Обычно к июлю уже все желтое становится, но в этом году у нас лето особенное, поэтому сохранилась вот такая красота до августа. Здесь вот протекает речка. Здесь очень чистая вода, очень вкусная и холодная.
Так, ну вот здесь у нас дорожка, выложил только что из камней. Сами понимаете, камней здесь полно. Вот смотрите, вот сколько камней. Дорожка выложена. Теперь, значит, можно спокойно купаться. Так, ну, как вы видите, у нас вода тут не очень-то и глубокая. Но самое глубокое место вот здесь. Вот смотрите. Вот меня фоткают. И дальше уже...